В актерской карьере разве это не мешает? Все-таки актриса, она должна быть, ну, пластилином, из которого режиссер что-то делает, нет? Ну, сейчас разные актрисы пошли, разные режиссеры. Кто-то любит, наоборот, харизматичных людей и берет уже человека со стержнем, потому что ему нужен именно такой человек в кадре. Кто-то любит пластилин, но тогда все-таки больше берут актрис там с первого курса, со второго, когда все-таки человека можно еще по-актерски как-то развивать в том направлении, в котором тебе нужно. Хотя, не знаю, мне кажется, профессионализм здесь самое важное. То есть, естественно, я читаю роль, я начинаю над ней работать, и мне интересно играть не себя. И почти все мои роли, ну, наверное, даже все, они никак вот со мной не связаны. То есть я бы не могла сказать, чтобы я на этих героинь была похожа. То есть мне, к примеру, если мы говорим там о сериале «Универ», который такой мне дал такую самую большую популярность, у меня эта роль вообще не получалась. То есть это была очень какая-то пустая блондинка, безжизненная, и это было ужасно. И в какой-то момент я даже хотела отказаться, хотя мы снимали 10 серий, они были пилотные. То есть это ни на какой канал не шел, эти серии, этот проект. И я поняла, что эта роль мне не дастся так легко. И я просто начала ходить по ресторанам, знакомиться с такими девушками, наблюдать за ними, как они улыбаются мужчинам, как они себя ведут. Они существуют в другом ритме вообще жизни, у них по-другому все. Я начала, как вы знаете, как по бусинке, собирать их характер, их образ, цоканье, жесты. И вот так вот, вот полгода мне вот нужно было, чтобы собрать этот образ и вот сыграть так, чтобы он действительно вся страна поверила, что Алла Гришко существует, что это даже не выдуманный уже персонаж, как на самом деле, а это реальный человек. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».